Доброго времени суток всем смотрящим, с вами опять я, турнир 850к. Сегодня корабль Райс, или Дух, сразится с МК-1. Кстати, здесь может быть немножко интересная штука. В том, что у МК-1 посередине корабля нету ничего ценного. То есть, фактически, единственный урон, который будет наносить дух своими рельсами... Точнее, нет. Единственный урон, который будет, в принципе, наносить дух, он будет наносить не своими рельсами, а ракетницами, которых мало. Вначале началась крайне неприятная для духов свалка, в результате которых они теряют уже третий корабль. И похоже, что потеряют остальные два. Да. Этот корабль уже мертв. Переходим к следующему бою. Причем, что интересно, даже лобовая броня МК-1, насколько я видел, пробита не была. Ситуация для духов, мягко говоря, полное дерьмо. Один уничтожен. Еще один уничтожен. Ну или, по крайней мере, выведен из боя. Все, теперь уже уничтожен. И остается всего три духа, из которых один сейчас тоже будет уничтожен. И останется всего два боеспособных. Не то один под огнем аж трех МК-1. Потерял свои флаки и ракетницы. Теперь может стрелять только рельсами. Ну, конечно, это тоже хорошее оружие. В борт. Переходим к следующему бою. Теперь духи выстроились хоть как-то ровно, и то, похоже, здесь опять начнется свалка. Так что в этот раз все шансы на победу у них есть. Хотя нет, опять на одного переднего духа агрится сразу несколько врагов, из-за чего он теряет флаки. Ну и уничтожается дальше. Сверху тоже начинается свалка, в результате которой сейчас будет уничтожен один из духов в борт. А, он вообще свалил хрен знает куда. На это больно смотреть. Но, похоже, в этот раз духи все-таки выкарабкались. То первые два боя у них было вообще жесткое невезение. Ну и все, остается три кусочка МК-1, которые осталось только добить.
Переходим, БМ один на один. Здесь у МК один шансов. Пожалуй, нету. Ну да, он банально не может дострелить ракетами сквозь точную защиту врага. А духу хватает даже своих ракет, чтобы потихоньку выпилить МК-1. Следующий бой. Интересно, как будет Райс пробивать щиты Хэви-Рока. В этот раз дух получил повреждения, но все равно победил. В итоге со счетом 4-2 побеждает дух. Всем до новых встреч. Пока.